Стоять! Прохода нет! Приказ великого магистра! У меня дело государственной важности. Убирайтесь! Великий магистр желает уединения! Простите, вы не оставляете мне выбора. Вот эти люди едят со мной, греются у моего огня и счастливы, что далеки от хаоса войны. Не думай, что при виде женщин и детей я отстану от тебя. Я не обманываю. Грядет белый хлад, катаклизм, который погребет мир под снегом и льдом. Каждую ночь мне снятся ледяные пустоши, смерть цивилизаций. Знаю пророчества и тлены. Катастрофа неизбежна. Короли воюют, чтобы расширить влияние, а эльфы — борцы за безнадежное дело. Миру нужен спаситель, избранник судьбы, тот, кто зажжет сердца людей. Ты спаситель мира? Идем, я что-то покажу. Люди слабы. Люди склонны творить зло. Я создам человека, закаленного в вечном огне. Кончил? Если да, то... Не веришь? Не твоя вина. И я иногда... Но сейчас вижу ясно. Узри! Пелена спадет с твоих глаз, и ты все поймешь. Глупые фокусы. Я от тебя ждал большего. Это не простая иллюзия. Это происходит на самом деле, Геральт. Где мы? Увидишь. Следуй за мной. Thank you.
заледеневшие башни Вызимы. Теперь тебе понятно. Оставь свои бредни, Альдерсберг. Что тебе нужно? Ты должен понять мой план. Это будущее. Белый Хлад уже пришел, стирая с лица земли человеческую цивилизацию. Мы в конце всего. Должны ли мы пасть духом, поддаться? Ни за что! Всего этого все еще можно избежать. Избавь меня от этого бреда. Пойми, Орден и Саламандры хотели спасти человечество. Все преступники оправдываются благими целями. Мы еще вернемся к этому разговору. Но прежде всего, смирение. Вот что тебе нужно. С тобой все в порядке? Ты здесь? Но как? Тебе нужна была поддержка, и вот я тут. Такова природа этого места. Этого места или этого времени? Скорее, видение, порожденного сознанием великого магистра. Проблески будущего, окрашенные его надеждами и страхом. Здесь ты можешь столкнуться со странными вещами, отражениями незаконченных дел, с последствиями своих решений. За нами идет убийственная пурга, а потом уже нет ничего. Только смерть. Покуда я не покончу с великим магистром. Я пойду с тобой, Геральт, на случай, если будет нужна помощь. Я буду лечить твои раны и обморожения. Thank you.
Ты не меняешься. Снова возник неизвестно откуда, чтобы убивать людей. Каких людей? Ты, как всегда, говоришь загадками. Полюбуйся на то, что осталось от человечества. Жалкие люди, обезьяны, достойные лишь презрения. Некоторые из них – мои собственные правнуки. Они люди? Белый хлад превратил людей в животных, которых волнует только еда и размножение. Ими руководят инстинкты, как той толпой, от которой ты некогда спас меня. Я благодарна. Прими мой дар. Видел наших деградировавших потомков. Ты понимаешь, почему ты не должен мне противостоять? Какая связь между твоими преступлениями и изменениями в климате? Мне привиделись страшные вещи. Спасти человечество можно, лишь уверенно следуя великому плану. Ты настолько сильно веришь собственным видениям? Многие из одаренных предвидели белый хлад. Глобальное охлаждение неизбежно. И какой смысл в борьбе с неизбежным? Я был уверен, что кто-кто, а ты меня поймешь. Ты веришь, что человек сам творит свою судьбу. Я же просто хочу изменить судьбу всех людей. И лишаешь их права самостоятельно решать, что им делать. Ты ничего не понимаешь. Я слышу стенания всех погибших. Услышь их и ты.
познай мою боль. Убил меня, и все же я рада тебя видеть. Ты хорошо сражалась. Бывает, смерти похуже, чем в бою. Я знаю. И солдатом стала не для того, чтобы умереть в своей постели. Я пришла, чтобы сражаться рядом с тобой. Связь между нами пережила даже смерть. Доставай свой меч. Ты, наконец, поймешь, упрямый ведьмак! Человечество исчезнет, а те, кто уцелеет, превратятся в диких зверей! Только мой план поможет этого избежать!
Какой еще к черту план? Хлад придет с севера. Человечество сможет пережить охлаждение только при массовом исходе на юг. Представь, все народы в едином походе. И возглавишь этот исход ты? Да, я готов. Я вижу будущее. Люди меня уважают. Я бы был хорошим предводителем. Естественно, сначала мне придется избавиться от тех, кто мне мешает. Особенно это касается нелюдей. Откуда такая ненависть к другим расам? Они уже канули в небытие, но отказываются в это верить. Пришлось дать им шанс погибнуть в бою. Человечество тоже исчезнет. Но в отличие от эльфов, мы после себя мало что оставим в этом мире. Мы не исчезнем. Мои стражи этого не допустят. Скоро ты увидишь, насколько хорошо они приспособлены к этим условиям. Могли остановить безумие великого магистра, но ты предпочел помешать нам. Убийство и терроризм — это не выход. А ведь мы были правы. Смотри, люди просто кровожадные обезьяны. Ты слепо помогал ордену, а теперь обратил свой меч против них, как собака, которая кусает кормящую руку. Таков уж ты. Не волк, а бешеная собака. Тупая машина для убийства. Никто. Хватит, Ейвин. Я убью тебя, как собаку. Ты ведь и есть собака. Смотри, Альвин! Это иллюзия, Шань. Уже недалеко.
Как же ты упрям. Ты мог бы стать пастырем для многих овечек в первые годы зимы. Это вряд ли. Из-за тебя тайны Каэр Мархена были использованы ради дурных целей. Ведьмаки должны были охранять людей, но оказались слишком слабыми. Знаю, что вы неприятны сами себе. Боитесь боли мутации. Мне нужны были ведьмаки, но ведьмаки идеальные. Без балласта эмоций и прочих человеческих слабостей. По-твоему, человеческие эмоции — слабость? Мне тебя жаль. Страх мешает тебе думать ясно. Моим же рыцарям сомнения неведомы. Геральт, так просто принять людей за монстров. Верно, ваше высочество. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Великий магистр безумен. Даже я не решилась бы на такой план. Мы должны его остановить. Госпожа, ваша воля для меня закон. У тебя есть класс. Вот редкое качество. Я бы хотела сражаться рядом с тобой. Вот каприз. Дальше иди один. Почему? Никто не может попасть в сердце видения, кроме тебя. Великий магистр этого не допустит. Я пойду дальше сам. До свидания, Шани. Береги себя.
Теперь ты понял, что необходимо действовать любой ценой. Геральт, раскрой же глаза! Таких, как ты, отправляют в лечебницу лебеды. Только ты же убежишь. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе удалось преодолеть ужас, который грозит всему человечеству. Ты выжил. Яков из Альдерсберга, твой сон кончился. Поспеши с объяснением. Хотя это уже немного изменит. Терпение. У тебя еще есть время передумать. Представь себе, тысячи людей, пересекающих ледяную пустыню. Ты смог бы их защитить? Ты и жалкая горстка ведьмаков, которых постоянно гложет сомнения, как Беренгара. Это невозможно. На это способны только старшие братья. Но им нужен достойный лидер. Им нужен ты. У меня к тебе тоже есть предложение. Откажись от своего плана. Отзови мутантов. Сдайся на милость короля. Этим ты спасешь множество жизней. Какая самоуверенность! Я преподам тебе урок. Болезненный урок.
возвратятся воспоминания. Саламандра — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент безумца, которого ты только что убил. Твое прошлое, твое предназначение, причины твоего воскрешения — все остается неизвестным. Слова, слова, слова. Позволь напомнить. Есть смерть, но есть и свобода воли. Я не стану оглядываться. Я найду Саламандру и выполню свое предназначение. Ты ошибся. Я пришел за душой того, чей путь часто пересекался с твоим, как и было предсказано. Ты можешь сразиться со мной, но конец все равно будет один. Смерть. Вопрос в том, чья смерть. Мне не все равно. Меня нельзя убить. Ты можешь отсрочить свой конец, но он все равно придет. Теперь же займемся тем, кто уже мертв. Поразмысли над своими поступками, ведьмак. Я был рядом с тобой, когда ты прибыл в Каэр-Морхен, знаменуя падение крепости. Я наблюдал, как ты вершил свой суд в предместьях, оставляя за собой лишь огонь и пепел. Ты погубил Реймонда. Ты подвергал Шани опасности, преследуя лишь собственные интересы. Каждый твой шаг увеличивал хаос. Твой ведьмачий меч загубил десятки жизней. Ты помог заложить фундамент фанатичного правления Ордена. Ты покинул Визиму, оставив за собой хаос, лишь за тем, чтобы разрушить темноводье. Каждое твое решение вело к новым разрушениям. Каждый твой шаг вел к еще большему злу. Орден, которому ты дал силу и власть, стремится уничтожить всех, кто хоть чем-то отличается от людей. Что ты на это скажешь, мутант? Прекрати. Не отрицай, ведьмак. Ты мой величайший слуга, идеальное оружие уничтожения. Куда бы ты ни пошел, повсюду за тобой следуют смерть и хаос. И как ты уже сделал много лет назад, смирись с этим. Не сопротивляйся. И отдай мне еще одного человека, которого ты погубил. Яков из Альдерсберга мой. Ты смеешь противостоять мне? Я чувствую, как ты слабеешь. Как силы покидают тебя. Ты ранен. И с каждой каплей крови, что ты теряешь, смерть приближается к тебе. Тебе никогда не победить меня. Отступи. Никогда. Это только между ним и мной. Ты ведь и так его убьешь. Это правда. Но у меня на то собственные причины, и тебя они не касаются. Убирайся, пока можешь. Уходи, пока не поздно. Хочешь сразиться со мной? Так тому и быть. Твой побег от смерти закончится здесь. Вытаскивай меч. А я боялся, что ты предложишь партию в шахматы.
О, ты очнулся. А я уже начал волноваться. Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Фольтес снова контролирует город. С помощью Ордена, конечно. Как Зигфрид? Он приглядывал за тобой, но потом был вынужден уйти. Неохотно, но служба не дружба. Интересно, каким он будет великим магистром? Надеюсь, хорошим. А как насчет тебя? Ты преуспел? Да. Я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Ты уже все нашел? Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из Двимерита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Неважно. Яков из Альдерсберга, если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Геральт. И куда теперь? Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира. Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна.
Что-то заканчивается, что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Похороны Якова из Альдерсберга собрали толпы. Все хотели увидеть, как уходит человек, спасший в зиму. Кровавые городские сражения закончились, и люди считали членов Ордена Героя. Зато нелюди ненавидели еще больше, чем до восстания. Король вел драконовские законы против Скаэтэри. Это привело к массовому исходу эльфов и краснолюдов. Конечно, история бывает коварной. Ошибки и извращения Ордена Пылающей Розы король предал забвению. Впрочем, при новом великом магистре Зигфриде из Данисли Орден начал реформы и увеличил свою силу. Чародейкам не удалось усилить свои позиции при дворе Фольтеста. Интриганы, составляющие заговор в отсутствие короля, были наказаны или отстранены. На развалинах и пепелищах выросли карьеры и состояния. Одни выиграли, другие потеряли. Обычный порядок вещей. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Вызимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Тимерия и Редания союзники. Не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король.